надувной единорог. Ну-ка. Вот, ну, сразу три человека. А, жесть вообще. Приветствую вас на универсальном игровом, с вами, как всегда, Дженни, он же Игорь, и сегодня мы будем смотреть на игрушку Man Eater. Будем смотреть, как всегда, с нуля. Это, для тех, кто не знает, игра про безумную акулу. Ну, даже не безумную, а просто, короче, акулу, которая должна, я так понимаю, спасти мир, скорее всего. Иначе зачем она все это делает? Будем по чуть-чуть подъедать людей всякими разными способами. Ну, потому что название игры «Человекоед», можно так ее перевести, оно как бы подразумевает, что это именно то, чем мы с вами будем заниматься. Делаем, как всегда, это на стриме. И очень клево. Ладно, Сашка, пока. Счастливо, счастливо, пока-пока. Так, ты это на видео снимаешь? Да, я это на видео снимаю. Ну, то есть, я это непосредственно снимаю для канала. Буду пробовать немножечко монтировать, обрабатывать. Я сейчас нашел одну очень интересную программку для монтажа. Программ вообще много, куча, но они все платные. Я нашел хорошую бесплатную, так как... пиратить, что бы то ни было, мне не позволяет совесть и моральная этика. А теперь давайте смотрим. О! Нормальную такую акулку поймали. Известный другим рыбакам по прозвищу Большой Пит. Большой Пит. Папаша мой на акул охотился, как я. Оно в крови. Будь в этом деле кто получше меня, ваши братья за ним бы хвостом ходил бы. Про акул люди всякую чушь себе думают. Ученые вот говорят, мол, надо с акулами сосуществовать. А как с акулой сосуществовать-то? Акула, она ведь только одного хочет. Убить тебя, сожрать, переварить да высрать. Я свое дело считаю, так скажем, священным долгом. Убивать их, сколько могу. Ух, какой жаль, злой дядька, всего 24 часа. Бою в Балтике заметили. Сообщается о нескольких погибших. Узнать акулу можно по торчащему у нее в левом боку ржавому горбуну. Иди уже нахрен, а? Работать мешаешь. Понятненько. Итак, поехали. Так, нажмите или удержите, чтобы укусить. Пусть, пусть. Ням, ням. Ой, как классно, а. Так, съешьте добычу. Где добыча? Господа, ладно, давайте выплывем отсюда. Пойдем искать добычу. Данилка. О, дорада. Я ел такую рыбу. Нормально. И ням. 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 Это дорада. Ням. Так, стоять. А, вот, надо их съедать, надо, то есть множественно нажимать. Черепашку разгрызли. О, красота. Ой, слушайте, это так круто. Все, съедаем. Съедаем акул. Там добыча. Так, что дальше, да? Вы можете использовать взмах и отбросить от души. Так, ну-ка. На, рыба. Куда пошло? Все, отлично. Демонстрируя поведение, более свойственное лисьим акулам, акулы-бык творчески используют свой мощный хвост. Угу. Плавание при блеющем полете. Поехали. Найдите, как выбраться из туннеля. Я вот вижу. Есть. Так, вот на shift, я так полагаю, мы ускоряемся. И... все. Выплыли. Там добыча. Так, блеющий полет, поехали. Так. Акулий плавник напоминает человеку, что океан остается дикой, неукрощенной территорией. Да. Так, время еще можно прыгнуть в воду, чтобы достать противника над водой. Акула-бык выполняет акробатический трюк, достойный касатки, заточенный в морском парке на потеху публики. А, класс! Вообще, боящий полет можно так, делать. Большая рыба устремляется в глубины океана. Акула-бык развивает поразительную для крупного морского хищника скорость. Так, моментальная скорость, если делать выпад в направлении цели. Ага, то есть просто shift дожать. Я понял, хорошо. Так, стоять. Почему у меня так?
Ты играл в Cuphead? О, да, Cuphead я столько наиграл. Вы даже не представляете, я даже занимался диким безумством и играл в Cuphead. Выскакивающая из воды акула. Редкая и сжигающая много калорий зрелище. И играл в Cuphead с гигантским пингом при помощи... При помощи Steam Link'а. Мне даже удавалось все это дело проходить. Вообще очень круто. Данил тут, да, супер игра. Так. Наведитесь на предмет, зажмите, чтобы выполнить хвостовой выстрел. Так, давайте проверим. Да, Рада, иди сюда. Кто там, человек был? Так. Ого, почти как в 3D, круто. Так, кого ищем? Черепаху. А, вот оно как. То есть можно типа его схватить. Смотрите, можно типа, и потом сделать хвостом, и он типа запустится как торпеда. Класс. На! Отлично, уроки плавания сделаны. 10 пляжников. Сабнафтику нет, не играл. Сабнафтика есть у меня в Epic Game Story, но я в нее не играл. Как-то прошла мимо. А вот Cuphead я прям вообще очень рекомендую. Супер игра, мне это понравилось. Тут еще акулу прокачивать можно? Я не сомневаюсь даже в этом. Погнали. За людьми, да? На! Так, смотрите, смотрите. Вон. Так, куда ты? Куда он уплывает? А можно? О, нормально, можно есть на берегу. Ох, 18+. Ох, 18+, прям для игры. А, это, конечно же. Да уж, тебе. Ням. Ба. Так. Почему не засчитывают? Ужас Мексики. Не понимаю. Я 10 человек уже типа съел как бы. Так, ну давайте попробуем по-другому сделать. Ну вот, съел. Съел, и чё? Жара и отсутствие кислорода могут быть обременительны для акулы. Ага, понятно. Что не работает-то? Мне не здесь надо идти, а вот там. Понятно? Вот оно что. Я не тут делал. У тебя стрим завис? Очень странно. Очень странно, вроде все хорошо. Ребята, у кого-нибудь что, стрим завис? Погнали. Так. Мне надо вот сюда. Тебе там надо. Да, я понял уже. Вот оно, видите? Хе-хе-хе. Большая розовая пони. Давайте мы ее съедим. На! Все, отлично. Так, стоять. А, мне их надо с пляжа доставать, да, все-таки? Хорошо. Я вас понял. Во, вон, я вижу его. Я его вижу. Всем известно, класс, что акулы едят моллюсков, рыбу и тюленей. Вот их предрасположенность питаться страхом обсуждается гораздо реже. Угу. Чё не плавают-то, господа? Зачем мы тут? Ням. Так, ну значит норм у всех. Все, отлично. Так. Надувной единорог. Ну-ка. Вот, ну, сразу три человека. А, жесть вообще. Какой кошмар. И самое удивительное, никто не ушел. С каждым новым нападением, ловцы, дайверы, да и люди на лодках все нерешительные возвращаются в воду. Да ладно. Если акуле надо на понусу хорошенько съездить, стукни-ка ее, ще.
Ням-ням-ням. Так, сражение с лодкой. Вместе над водой, например, на палубу лодки, можно хватить прыжок в воздух, выпрыгиваете из воды и хватаете людей на лодках. О-о-о-о. Где я живу? Я живу в Екатеринбурге. Стрим идет путем, а звук голоса твоего иногда с артефактом. Очень странно. Так, вооруженные люди охотятся на вас с лазерными прицелами. Так, нажимайте Q и E, чтобы уклониться, пока не выполнится в цели, чтобы уйти из-под прицела и избежать попадания. Хорошо. Используйте внимание на угрозу, чтобы направить внимание на врага по призраку. Нажмите F под водой, чтобы выбрать главную угрозу вражеской лодки. Ага, я понял. Как делишки, акулишка? Здравствуйте, здравствуйте, я тебя немножко поем. Ага, я понял. Ага, вот оно, что понятно. Так. Ну чё? Вы меня кто охотитесь, а? Вот вы ж негодяи. Господа, я как бы под это не подписывался. Так, тихо, тихо. Там один в воду, по-моему, да, ушел от меня. Вот этот вот. Он такой, как бы считает, что он самый умный. Так, все отлично. Эта тварь че достапала? Кенни, друган, мочи ее! Да ладно, ладно, че ты, друган? Друган! Давай мы лучше тебя съедим. Еще один. А, вот еще один, смотрите, приходит. Мэуи, побрыкать стало гораздо. Да. Ага. Так, одну лодку мы тут уже затопили. Так, с тобой разберемся. Так, кто-то там под водой. Вон, охотник дайвер. Класс. Давайте мы кого-нибудь достанем с лодки и метнем его туда. Нет? А пошло, вот, и все. Ладно, Дерек, вон они, твоя взяла. Ням. Кто еще остался у меня, а? Их что придумали, охотятся на меня. Я вам покажу, как на меня охотятся. А, жесть. Слушайте, они меня атакуют, вот они негодяи, а? Ой. Вот он. Вот он, гадкие люди, а. Еще меня пытаетесь убить. Я практически вам ничего не сделал, я ела спокойно. Яшников. Пришли, на меня нападают. Вы еще, обалдели совсем. Ну все, игры кончились. Я эту акулу сам споймаю. На, летец. Так, тихо. О, ты только погляди! Ха-ха. Большой пик! Да чего хороша ты, а? Иди ко мне, большой пик. Мы с тобой. Ребята, до обеда уж недолго осталось. Что началось-то? Большой пик поймал вас? Тащи ее, что ли, на палубу, а? Как так? Вообще-то, никто меня не ловил. Вы поймали меня только потому, что вы запустили кат-сцену, а не дали мне его съесть. Так, пристычка за... Так, за каждую уничтоженную лодку вы получаете дурную славу. Понятно? На борту королевы Каджунов Большой Пит оценивает сегодняшний улов. Ну да, это моего папаши утюг. Но не акула. Не та, которую я искал. Откуда вы знаете? О чем знаю? Больно она мелкая. Не тянет на мегалодона. Так нечестно. Опа! Ты глянь-ка, а? А, мы сейчас начнемся с ребеночкой. У ней там целая семейка. Салют! Как там твоя родня? Как маманя? Эй! Зачем мы это сделали? Значит, я ее узнаю. Как увижу. Когда проткну насквозь. Обгрызли. Крошка акула показывает, что у нее есть инстинкт самосохранения. Ты, может, выключишь свою гребаную камеру? Все понятно. По ходу дела, это был туториал. Это была мамаша, большая акула.
сейчас нам дадут маленькую акулу, и мы будем ее прокачивать для того, чтобы уничтожить этого кита. Да-да-да, походу дела так и будет. Крутяк. Кайл Леблан. Так. Нормалек. Ну да. Собственно, все как всегда. Нам дали. Нам. Так. Нам дали, получается. Знаменитый охотник однажды сказал, что животное, попробовавшее человеческую плоть, забывает про предназначенную ему природой добычу и устремляется на поиски самой опасной дичи. Человека, да? Хорошо. Все, отлично, я все понял. Поехали. В смысле, поплыли. Так, куда плывем-то? Что нужно делать? Посетите грот. Нам вот туда, да? Как это сделать? Ну-ка, на бреющий выходим. Видимо, отплывать надо. Поехали, что, отплывать. Каких там странных штуках. Ну-ка, сама съедим, нет? Ням-ням-ням-ням. Так. Сомика съели. Так, нет. Как-то неправильно. Как-то это неправильно, да? Так, вы не можете дышать на суше. Ага. Все ничего не пишут. Ну, видимо, все смотрят, либо все разбежались. Одно из двух. Может быть, слишком жестоко показалось для них это, я не решил. О, нет, мы в такое не играем. О, отлично, смотрите, мы нашли какое-то супер место. Акула отступает в грот, чтобы предаться спокойным размышлениям. Сколько мне лет? Сейчас прикинь, подожди, посчитаю. А, так, так, так. 33. Нет, 33 в этом году не будет, во. Находясь в гроте, нажмите И для эволюции. Отлично. Смотрим, что можем эволюционировать. Так, улучшенный эхолокатор. Эта эволюция улучшит дальность перезарядку, чувствительность вашего эхолокатора. Питательные вещества получаем при поедании файла на людей, уничтожайте лодок, выполнение заданий. Так, питательные вещества поставят ваш уровень, позволяют совершенствовать. Хорошо. Эволюция — это мутации, дарующие удивительные особенности вроде костяной брони, ядовитых желез и биологических органов. Вы можете получать эволюцию, повышая рейтинг дурной славы, выполняя задания. Для применения эволюции вернитесь в грот и нажмите И. Ай. Отлично. То есть это наше, по сути дела, логово. К сожалению, у нас вообще ни на что, по ходу дела, не хватает. Ну да, у нас прям совсем не хватает ничего. Очень странное решение. Честно, очень странное решение. Так. Немножко мне шлепнулось. Надо чуть-чуть отключить. Так, без звука, а то у меня тут немножечко начинают чаты. Поехали. Это наш журнал. Журнал. Дела щучьи. Пора показать это рыбе, янке, южное гостеприимство. Уничтожить одну щуку. Хорошо. Самка сама может отложить до 100 тысяч чекринок. Может, вон ты. Так и происходит. Убить 10 самов. То есть это наше, получается, сюжетное задание. Класс. Собрать все автомобильные номера, найти. Ладно, спокойной ночи. Счастливо. Пока-пока. Советую игру Doodle God. Хорошо, поглядим, посмотрим, что это такое. Безделушки, бэй. Все это найти, важные объекты. Это понятно. Хорошо. Карта, вот смотрите, у нас теперь есть карта. Щучьи дела. И вот это вот. Поэтому, я так полагаю, можно отслеживать это дело. Нажимая на кнопочку Т. Класс.
То есть, смотрите, это такой, знаете, GTA по акуле. Эта акула использует для поиска добычи биологическую эхолокацию, более характерную для китов и дельфинов. Здорово, здорово. То есть, мы вот такая хитрая акула. Так, может быть, враждебна к вам, поэтому уклоняйтесь, чтобы избегать атак, и представитель фауны светится уязвим. Когда представитель фауны светится, он уязвим. Атакуйте, когда враг уязвим, чтобы оглушить его. Нажмите Q и E для уклонения. Чтобы удерживать сопротивляющуюся добычу, вы... А затем двигайте, чтобы выполнять треп. О, класс, отлично, используйте внимание на угрозу. Так, тут есть сумикс. Кстати, я, кажется, не туда плыву. Ага. Так, кого-то мы, кажется, только что съели. Может и нет. Так, ищем, убивайте этих элитных врагов, чтобы получать награду. Так, ага, вот она, щука. Так, тихо. О, она тоже очень большая, эта щука. Вот и... Вот так вот я пытался ее съесть, у меня не получилось. Хорошо, кто еще остался? Вот, вот ты где. Я тебя съем. Она, мне кажется, она больше нас на 5 уровней. Как же ты хочешь проиграть эту игрушку? Игрушка прикольная. Вообще, весело. То есть, очень много таких игр было а-ля флешевских всякие там. Скинок или просто маски. Это пресноводная рыба, обитающая повсеместно в Великих Озерах. Понятия не имею, что она тут делает. Открыто второстепенное задание. Какое? Какое второстепенное задание у нас? Ага. Колорит Среднего Запада. До встречи, аллигатор. Прикиньте, аллигатора можно сожрать. Круто. Так, ладно. То есть, я так полагаю, это дополнительное задание? Или нет? То есть, у меня осталась только сомовая лихорадка. Это что такое? А, ну вот, да. Это аллигатор эти... Класс, класс. Так, ладно, давайте сначала пойдем по основному квесту. Потом пойдем кушать дополнительных. Убить 10 сомов. Слушайте, ну сомы же мне же попадаются просто вот. Да, типа так вот. Так, ладно, отплываем все это дело и погнали. Так, ребят, привет всем, привет, кто только что присоединился. Сегодня играем в Man Eater. Смотрим, что это вообще за игрушка. Если зайдет, потом еще в нее поиграем. Пока что очень даже весело. Прекрасная вещь для тех, кто любит кровь, мясо и вот это вот все. Сом. Ага. Класс, да, то есть я его съел по дороге, а мне не стали. Как игра называется? Man Eater. Она доступна сейчас на Xbox, PlayStation 4 и Epic Game Store. То есть вот она... Я играю на Epic Game Store версии. Сергей... Нет, я не знаю, как правильно тебя прочитать. Реально Сергей. Все, ждем этих... Смов. А, так, кто на меня напал? Аллигатор на меня напал. Откуда кажется, ей пора позаботиться о себе, подумать о медитациях и спа-уходе на дому. А, жесть! Давайте по дороге будем есть самок. Я не думал, что тут аллигатор на нас нападет. Да ты чё? Всем обалдел, что ли, а? Ну, глядей. Прикиньте. Идем по дороге. Вот аллигатора сожрать. А? Короче, нам нужно потихонечку подъедать самов и по чуть-чуть убивать этого аллигатора. Да что ты за человек, да? А, ты не человек, ты аллигатор.
Из-за интенсивного истребления хищников в Хаутике увеличилась популяция сомов, что ничуть не расстраивает аллигатора-разбойницу Рози. Вот она, да, вот эта вот аллигатор-разбойница. Ну что, мы-то подросли, мы сейчас с тобой можем пообщаться, мне кажется, да? Нет, пока не можем. Бежим. Так, Сомик, иди сюда, мне бы тебя немножечко покушать. Ай, гад. Уже меня сейчас убьет так ненароком. Окунёк. Пашка, окунёк, кто-нибудь. Едим, набираемся жизней. Может завтра 7 сектор будет? Да, кстати, почему нет? Давайте завтра 7 сектор поиграем, если получится. Если стрим будет, то давайте охраняем 7 сектор. Тем более, я начало там более-менее помню. Так, где аллигатор-то? Аллигатор. Все, это аллигатор ушел, что ли? А, у меня щуки только остались. Промах. Вы че, ребята, совсем обнаглели, а? Так, кажется, кстати, я набрал нормально так, чтобы их локацию. Да? Отлично. Давайте посмотрим, куда мне надо. Так, а что такое? Схроны. Собрать все в схронах. Либо угнать туда. Ага, журнал. Так, давайте пробежимся, что? По схронам. Схроны полезные питательные вещества спрятаны по всей прибрежной зоне. Помогут вам развиваться совершенно... Собрать все схроны. Давайте туда. Это же прям совсем недалеко здесь, да? Вот он уже здесь. Ага, что-то здесь вот аллигатор у нас. Ага, понятно, я понял. Все, я тебя понял. Нам нужно, короче, съесть этого... Аллигатора прям вот-вот-вот прям пить дать. Ай, гадкий аллигатор. Так, надо Сомика покушать. Сомик. Так. Ай, я думал выпрыгнул. Нет, не получилось. Что, я всех съел, что ли? Неправда. Не может быть, чтобы я тут всех сожрал. Вот. Сом, во-во-во, третий уровень сома. Вот это другое дело. Окружаемся. Так. Так, Сомик, мы с тобой поговорим потом. Я ищу аллигатора. Аллигатор, где? Вот он. Че? Я второго уровня, он восьмого уровня. Естественно, он в 4 раза меня мощнее. Теоретически, да? Конечно, не факт, но все-таки он аллигатор. Так. Мышки крутить, чтобы сбежать. Так, нормально. Так, жизнь заканчивается. Я сейчас, погоди, вернусь сейчас. Сейчас сомиков поем и вернусь. Тихо. Наглевшая рептилия, а? Кто тут у нас вообще? Гроза. Крокодилов. Сейчас я тебе покажу. Дадите мне потом кличку убийца аллигатор. Так, ты же не крокодил, ты аллигатор. Все, я прошу прощения. Надо различать его, да. Ням-ням-ням-ням. Все. Так, а что мне за аллигатора ничего не дали? Я думал, мне дадут какую-нибудь клевую плюшку за то, что его сожрал. И ничего не дали, ну и ладно. Значит, мы съели его просто ради своего удовольствия. Лодки можно бомбить. Нет никого? Кого можно было съесть ненароком? Я бы быстренько подточил. Так. Схрон. Получен третий уровень.
Мутаген 23 подогревает эволюционную гонку вооружений. Ха-ха-ха. Так, что-то мы получили. Класс. Получили. Значит, что дальше идем? Куда? Давайте вот сюда вот быстренько сгоняем. И потом по дороге забежим в нашу пещеру для того, чтобы чуть-чуть подразвиться. Безделушки. И безделушки. Ага, они пустые. Так, смотрим по карте. То есть, а, я не туда поплыл. Не с той стороны отплываю. Прошу прощения. Че, ребят, как вам игра? Как вам такая развлекуха, а? Ням. Понятно. Вот так это, да, происходит все. Все, я запомнил. Так, наше место, куда нам надо, вот сюда. Отдых в убежище позволяет акуле набраться уверенности и стать результативнее. Да, я знаю. А эту штуку совершенствовать мы чуть-чуть не можем, на 2000 не хватает. Да что такое-то, а? И добавить мы ничего не можем. Так, и это мы ничего не можем. Короче, зря сюда приплыли. Ну ладно, все равно мы были рядышком. Данил крут, крутяк. Да, отлично. Так, что мы поедем, кого мы пойдем кушать дальше? Мы идем куда-нибудь вот сюда, да? Это что такое? Важные объекты. Давайте сюда сгоняем, в чем проблема-то? Давайте на бреющем туда пойдем. Музычка, кого-то кто-то плывет. Давайте кого-нибудь найдем, а? Найдем и съедим. Вот сомика надо съесть. По-любому. Ням. Мы практически ничего за это не дали. Ага. Так, важный объект. И что? Проблемы планирования. Планирую заложить кладбище. Помните, что следует избегать опасных прибрежных областей. Найдите все важные объекты. Очень странное задание, честно. Ну вот есть какой-то схрон. Вот схрон давайте быстренько достанем. По дороге съедим кого-нибудь, падает. Вот. Голод. Теперь... Основная движущая сила акулы-быка. Вот теперь мы прокачались точно. У нас точно есть 2000 для того, чтобы... чуть-чуть качну себя. Давайте посмотрим, что нам это дает. Всем привет, ребят, кто только что присоединился. Мы тут немножечко кушаем всех в игрушки Man Eater. Так, куда я заплыл? Правильно плыву. Эй! Че не плывем-то? Так. Кого? Сюда. Я хочу сюда. О, потерялся чуть-чуть. Чуть-чуть потерял свое логово. Мне просто интересно, что будет, когда мы прокачаем эхолокатор. Что нам это даст? Самое главное, непонятно, что вот это такое вот за место. Грот. А, это, слушайте, это, видимо... Да, это какая-то подводная станция, видимо, тут запуталась. Прикол. Ну что, давайте проверяем. Усовершенствовать. Плюс... 100 радиус эхолокации. Да, усовершенствовать. Та-дам. Минус 20 перезарядка эхолокатора. Хорошо. Но мне это особо-то ничего не дало. Почему? Потому что у меня все закрыто. Ну и ладно, ничего страшного. Пойдем кого-нибудь дальше поедим. Кого? Смотрим. Квесты. А это что за квест? Ладно. Просто идем по квестам. Вот так вот. Просто идем и все. Так, мне надо, получается, прыгнуть направо, обогнуть ее вот сюда вот.
и туда просто уплыть. Идем на брешем. Что за игра, Денис спрашивает. Эта игра называется Man Eater. О, смотрите. Смотрите, что нашел. Ты снова здесь. Здорово, здорово, привет. Чем смотрите, это... Ага, то есть это уже типа скрытый, да? Потому что нам... То есть, видимо, нам показали, что нужно делать. А дальше, мол... Ну, как в этом, знаете, как в Tony Hawk Pro Skater. Так, что мне нужно делать? Мне надо это съесть или что? Щука, осми. Так, я кого-то там съел по дороге, да, пока плыву. Аллигатор. Кстати. Зили крокодил. А, это мы не доплыли до этого крокодила. К сожалению, не могу сюда запрыгнуть, пока много. Напоминает немного Deus Ex, только акула. А, круто. Можешь сыграть World of Goo или Полная труба. Это очень интересные игры. Сленд, привет. Очень рад видеть на канале. Полная труба по механике положена на канале. Так, вот предмет, все разные колонки. World of Goo проходил полностью. Вообще от и до. Как только он выходил. Потому что игрушка такая старенькая. Поиграть можно. Я бы вспомнил. Я вот потому что уже прям не помню. Да, World of Goo классная. Так, щука, маскинок, ну-ка иди сюда. Куда? Помахнулся мимо щуки, а? Это типа Hungry Shark, все верно. То есть я так понимаю, что ребята посмотрели на то, как играются вот эти вот 2D-шные Hungry Shark, которые на телефоне сказали, а почему бы не сделать трехмерную ролевую игру про акулу? На той же самой механике сделали, и они и получилось круто. Вот серьезно. Так, чё? Где крокодил-то? Я не понимаю. А, может я не докрутил, да? Вот туда мне надо. Я понял. Ищем аллигатора. Ну, то есть вот целая куча мест, которые... 15 уровень! Жесть! 15 уровень! Так. Вот этого надо сначала сюда, ребята, да? Ай-яй-яй-яй, ты негодяй. Так. Надо окончить быстрее. Искать свет. Полная труба. Очень смешно. Полная труба. Это квестик, знаю твой. Знаю твой. По-моему, этот. Ой, так. Надо с уровня аллигатора. Мне прям сейчас спрашивают про него. Я вижу какой-то... Угу. Если взрослые люди по взаимному согласию совершают загадочные ритуалы по пророчествам великих древних, кто я такой, чтобы судить? Полная труба, да. Знаю, знаю. Это такой прикольный рисованный квест. Точно знаю. Давайте попробуем слушать этого все-таки аллигатора, а? К нему пришел на подмогу 15-й. Аллигатор происходит от испанского слова «el lagarto», означающего «ящерица», что на самом деле никому не интересно. Квестов реально очень много прикольных. Мне точно очень хочется закончить игрушку Дипония, который Doomsday, потому что я так и не прошел ее. И очень сильно хочется начать и завершить. Это игра, которая Darkest Will Castle, которую тоже рекомендовали мне в комментариях. Я посмотрел, прям прекрасно вообще. Интересная рисовка, забавный герой и такие неплохие шуточки. Вот эти вот две игры. Каджунам, что здесь охотятся и рыбачат, не нужны глубиномеры и GPS. Ведь они знают бою как свои 5 пальцев. Понятно. Короче, надо, по сути дела, пока мы плывем, все есть, всех жрать. К слову, создана демо-версия World of Goo 2, но, увы, дальше дело не дошло. Однако первая глава доступна. Также есть интересная игра Little Inferno. Проходил. Little Inferno проходил. Это, наверное, одна из немногих игр, в которых невозможно проиграть. Вот серьезно, если вы даже попытаетесь проиграть, у вас ничего не получится, потому что это всегда не так, что вы выиграете всегда, при любом раскладе. Ёбка, на, получай.
Вот, Little Inferno прикольная, но я абсолютно не понял ее концовки. Вот вообще не понял концовки. То есть там все говорят, что там супер такая классная философская концовка. Не понял вообще ни единого момента, от слова совсем. Это, знаете, это из разряда... есть еще такая игра. Вот у меня на канале есть прохождение Limbo. Вот я тоже разработчиков, есть игра, называется Inside. Вот мне в свое время сказали, что это типа супер игра, прям вообще, прям шедевр. Я пошел специально, потратил на нее 2 вечера. Я ее прошел полностью, в конце выключил и забыл, как страшный сон. Потому что ничего не понятно, зачем. Эта игра не дает абсолютно никаких ответов. То есть я понимаю, что эта игра сделана для того, чтобы вы могли подумать, посмотреть, что же у вас там такое, то есть, например, про философство, типа, кто мы изначально, кто мы есть, и вот это вот все. Да, но концовка игры меня, я бы даже сказал, немножечко разозлила прям очень сильно. Так, А еще как полная труба есть робот, который спасает город от 2 злодеев, спасти свою любовь. А, машинариум, Данил, это машинариум. Машинариум у меня есть полное прохождение. Это мое топовое, так. Топовое видео на канале, на самом деле. Это мой проект. Так, кто на меня нападает? Да, вон крокодил. Пойдемте с ним разговаривать. Где 8 крокодил? То есть этот вот раз тут есть. Ах ты ж! Ничего, он такой мощный фигатор какой-то, да? По дороге всех кушать. Хотя аллигатор неплохо так ориентируется тоже в пространстве. Сзади побывать. Я почему-то так трёпал. Кого-то я съел по дороге. Получил 4 уровень. Класс. Ты чё такая? Вообще ты ящерица, недоросток. Сказал, ящерица переросток. Наоборот, да? Потому что она. Так, господин аллигатор, вы должны быть съедены мной, а не так, что вы меня едите. Я тут как большая мегалодон-акула, которая пытается кушать. Точно не вы. Пожалуйста, будьте. Ого! Он меня хвостом как дал, а? Видели, да? Так, кунюк. Кунюк, спасибо. Вот ты ж, а? А, съел все-таки, гад. Все морские животные живут в удивительных взаимозависимых отношениях. Короче, мы сейчас тебя подъедим. Интересно, у него жизни перезагрузятся или нет? Или меня... Сейчас посмотрим. То есть, если тут с чекпоинтами, ну, значит, надо будет прокачиваться. Если у меня останется 4 уровень и жизнь у него еще уменьшится, то отлично. А еще на World of Goof есть множество модов. Некоторые добавляют новые уровни, некоторые добавляют целые главы. Про моды для World of Goof не знал, честно. Надо поглядеть. Бою Фаутик давно стал излюбленным местом для ловли сама. Акула вошла в подростковый возраст. Ей предстоят поиски себя, метания и непродуманные решения. Ага, отлично. Новая способность. Услышать прыжок из воды, прыжок в воздуху, запас дыхания. Класс. Смах хвоста. Очень, очень классно. То есть мы стали теперь акулой-подростком. И 1,4 метра мы. Замечательно. Эта игра похожа на этап рыбы в спор. А во, спор. Прекрасная вообще игрушка. Проходил всю целиком. На, хвостом теперь можно бить.
Да, будет список. Третий сорт на феминизм. Посетить грот озера Дохлая Лошадь. Так, понятно. То есть мне сейчас дали основной квест. Слушайте, ну мы же должны доесть эту штуку. Давайте мы не будем бросать ее. Пойдемте доедим. Да, на самом деле очень сильно похоже на этап в спорт. Там, где даже не рыба, а там, где еще клетки. Так, аллигатор. Все, восьмерочка, да, аллигатор? Давай, мы с тобой поговорим. Так, как-то мне надо тебя уворачиваться аккуратно, а? Возможно, нужно делать что-то более... аккуратно, не хаотично батон мешем пытаться его скушать. Да? Так, надо кого-нибудь по дороге скушать. Черепашку, например. Ага! Вот это он так нормально меня. Так, ушел вон. Соник, пожалуйста, иди сюда. Окунечек тоже, пожалуйста, сюда. Так, аллигатор остался, нет? Да, остался. Половина жизни у него. Кстати, тоже неплохо дает ему по лицу. На, получай, аллигатор, а. Слушай, ты прям, конечно, гадкий. Кошмар. То есть вот я нападаю, получается, когда сзади я вообще прилично буду сюда. Так, ребята, где остался? Один удар. Или два. Все, съели аллигатора. Ням-ням-ням. Красота. Ну а, щука была еще. Ты ж негодяйская щука, а. Так, нас остановили по пути к нашей цели. 15-уровневая акуля. Пойдемте ее быстренько доедим. Собственно, дойдем, попробуем эту акулу скушать. И потом дойдем до второго озера. И, наверное, на этом остановимся на сегодня. Вот мне завтра в 7:30 вставать. Ладно, тебе пора. Слен, счастливо. Молодец, что заходил. Обязательно заходи еще. Это очень здорово. Да. Так играть не просто. Можно с вами вместе, ой, вместе с вами общаться. Так. Что меня он душил. Видели, да? Да ну у тебя, негодяй. Черепахи какие-то вообще не сытные. О! Вот он, да? Все-таки понятно. Все-таки не с нуля. В смысле, наоборот, с нуля. Ну ладно, что делать. Значит, надо похилиться целиком. Потом идти снова общаться с этим. А сначала вот с этим аллигатором. Да, вот так вот тебе не видно, а. Все жрать, жрать. Если что, немножко проснулся, а. Надо что-нибудь пойти пожрать. Аллигатора у меня, конечно, нету. Как он так развернулся? Он не должен так делать. Ну чё?
не застрял. Да, вот так вот, да, тебе? Вот ты ж негодяй, а, опять надо идти кушать. Быстро. Пойму, если игра... Любопытно было посмотреть. Так. Алексей, не понял твоего комментария, честно. Не могу ничего сказать по этому поводу. Рыба, что ты меня пытаешься сожрать? Вот она. Рыба. Давайте ныряем. О, окуни очень-очень жирные. Прям, они прям отлично дают жизни. Все, сомики, окуни. Так. Ах ты ж, ящерица, а? Я тебя на сумку пущу. Мне она не нужна, а тебя на сумку я точно пущу, а? Так, замечательно. Нормально, он меня так оттуда... Зараза. Окунь. Спасибо. Как он меня так ударил-то, а? Самое главное, непонятно, чем он меня. Привет, Кирилл. Во что играю? Игрушка называется Man Eater. Играем за гигантскую акулу, которая нужно вырасти и уничтожить чувака, который убил нашу мать-акулу. Вот так. По сути дела, Hungry Shark, если ты играл на, например, на телефонах или, не знаю, во флеш-версию, но только в 3D с прокачкой, с очень красивой графикой, прям клёво. Что ты будешь делать, а? Вот он же должен уже погибнуть, а? Там еще один 8-уровневый аллигатор приплыл. Это плохо. Очень-очень-очень плохо. Они вдвоем меня сожрут, просто за нечего делать. Откуда там второй аллигатор приплыл? Скажите, пожалуйста, мне, а? Еще один аллигатор. Какой кошмар, а? Фу. Аллигаторы уже похудели реально все 8 уровня. Сбежать. Гадость, а. Что-то я чую, мы не убьем этого аллигатора. Фильм «Чужой» не слышал. А, где-то слышал, есть на ком... На компьютере, да, есть «Чужой». Их много всяких. Я... Самый, наверное, прикольный из последних — это Alien Isolation. И, по-моему, он у меня даже есть. Потому что я помню, что в честь выхода первого фильма вот они делали... Они делали, типа, гигантскую скидку на это издание. И я ее покупал, если никто не изменяет. Но это прям очень сильно нужно захотеть поиграть, потому что я вообще не играю в хорроры. Так как я дико этого боюсь. На, все. Доели. Наконец-то. Получай. Шипастый кто-то там. Ты кто? Ням-ням-ням. Отлично. Все, погнали вот сюда. Это куда? Куда плыть-то? Вот сюда плыть. Все ясно. Смысл игры абсолютно понятен. Да? А как нам туда добраться? Скажите мне, пожалуйста. Понятия не имею, как туда добраться. Ну, то есть, я так полагаю, что здесь вот сейчас все будет закрыто. Когда мы сюда приплывем,
Ну, либо здесь будет какой-то переход, либо нам надо делать вот так вот это все дело. Ладно, сейчас посмотрим. Проверим. Мы посмотрим вот сюда, вот к стенке подплывем. Поглядим, что здесь происходит. Если тут реально все закрыто. Так, в результате промышленного загрязнения и сбрасывания сточных вод озеро Дохлая Лошадь в 1996 году попало в программу Суперфонд. Отлично! Ну что ж, в принципе, все понятно с этой игрой. Очень веселая, интересная штука. Ребят, на сегодня, наверное, мы заканчиваем. Было очень приятно, что вы все пришли. Это очень-очень классно. Поэтому на сегодня все. Всем огромное спасибо, что пришли. Как я еще раз говорю, если еще раз не подписались, обязательно подпишитесь на канал. Ну и, как всегда, играйте в хорошие игры. Ребят, всем спасибо, всем пока.